уникальное предложение только сегодняшнего дня. Это костюм, который является бестселлером телеканала Shopping Show. Костюм называется «Дарина». Всего 799 рублей. Посмотрите, сразу две вещи в ваш гардероб по такой цене со скидкой 55%. Скажи, пожалуйста, куда мы, Микола, будем носить такой костюм? Этот костюм предназначен для отдыха, для домашнего времяпровождения. Здесь у нас с вами 100% хлопок от бренда «Диамида». Блуза, удлиненная конструкция, напоминающая тунику с цветочным принтом, плавный, камуфлирующий, скрывающий недостатки. Красиво элегантное предплечье, цельнокроенный рукав обеспечит комфорт и удобство. А продолжит эту удобную фактуру именно высокая посадка, эластичная лента вот таких вот брюк капри, которые обеспечат вам еще и прилегающий силуэт и сделают возможность даже постройнеть в домашних условиях путешествия, прогулки, дачи и любое времяпровождение, когда вы принадлежите себе, а не компании, в которой работаете, то это будет лучшее предложение. Согласна полностью и дома, и вне дома. Итак, давайте выбирать цвета. Этот цвет будет в заказе называться лиловый, очень красивый такой насыщенный оттенок, мы обожаем их с вами. У нас леггинсы идут везде черного классического цвета. Синий цвет выбирает для себя Аня, синий, также леггинсы идут черного цвета. И я выбираю для себя цвет бирюза, также с черными леггинсами. И напоминаю, что это самая выгодная покупка сегодняшнего дня. Но на целый день этого товара. Пара дня нам тоже не хватит, потому что у нас большая летняя распродажа только на один час, только один шанс. 799 рублей – это две вещи, получается 399 рублей вот за такую классную тунику с цветами. Представляете? Это очень доступная цена и 55% экономии. От 48 до 62 размера. Микола, помоги выбрать размер. Мы выбираем с вами в нескольких категориях. Мы можем выбрать размер в размер, мы можем выбрать на размер больше, все зависит от вашего личного восприятия. Но сделаю отметку, есть особенные дамы, которым нужно будет взять четко на размер больше. Это дама с большим объемным, не слишком упругой конструкцией бедра, как с внешней, так и с внутренней стороны, и особенно дам с широкой икроножной частью. Да, вот мой вариант, смотрите, вот у Ани очень стройные ножки, посмотрите, ей отлично подошел ее размер. А вот у меня немного икры полные, да, и получается, что мне нужно на размер больше, поэтому выбирайте, поэтому мне не давит, смотрите, вот так вот у меня здесь леггинсы сидят. Успевайте забрать размер или на размер больше. Все-таки мы говорим с вами о комфортной одежде, да, уже сами задумайтесь, куда вы будете выбирать, все-таки дома носить его или будете выходить куда-то на улицу. И то допустимо, нам сегодня это доказывает наш стилист, наш звездный эксперт Микола Комендров. Костюм Дарина. Слушай, костюм это всегда выгодно, правда? Две вещи. Да. А его можно раскомплектовывать? Расскажи. Конечно же, можно раскомплектовывать. Например, брюки-бриджи, да, в черном цвете здесь идут. Элегантной длины, причем даже здесь не капри, а в основном 7/8 длина. Представьте, просто с классической объемной туникой или рубашкой из шифона, например, или рубашкой Мелисса в клетку, которая у нас представлена в части. Покажем это можно сейчас. Выбрать на работу. Или даже с гламурным образом, когда вы добавляете к этим брюкам, например, какую-нибудь блузу и сверху удлиненный, например, парео. А вот что касается самой блузы, здесь можно ее подтянуть под пояс. У вас получится такая с цветочным принтом баска и юбку-карандаш и пойти на работу. То есть блуза адаптируется также в обычный рабочий повседневный образ, а когда костюм вместе, он все-таки смотрится более уютно в домашнем. Ой, это правда. Слушай, потрясающая обратная ситуация с нашим первым главным товаром дня. Когда они вместе, он более праздничный, а по отдельности более каждодневный такой вариант. А здесь наоборот, вместе более простое решение. А когда по отдельности, можно его усложнять, так сказать. Посмотрите, как дома можно и нужно выглядеть женщине. Мы часто с вами, да, халат уже старенький, халат уже любименький, мягкий, комфортный. Но мы не замечаем, что он может быть уже из строя. Вышел, его пора заменить. Вот такие комфортные костюмы всегда спасают ситуации. Вы чувствуете себя потрясающе. Окружающие, то есть ваши родные и близкие, самые главные люди в вашей жизни, видят красивую, ухоженную мамочку, бабушку, супругу и так далее. 55% экономии. Главный товар не просто дня, главный товар часа. В следующем часе повторения уже не будет. Будет распродан полностью. Итак, расскажи, пожалуйста, про состав, из чего сделан.
Здесь у нас с вами 100% хлопок. Дианида – это бренд, который также входит в консалтинг именно ивановского трикотажа, а значит, у нас с вами всегда качество. Достаточно плотный, держит фактуру, при этом достаточно прохладный и приятный тактильным по ощущениям кулирный трикотаж, который обеспечивает действительно быстрый и легкий отвод любой влаги и горячего воздуха от вашего тела, то есть является таким прохладным. Краситель не прокрашен с внутренней стороны, то есть лицевая и изнаночная сторона отличаются по оттенкам. Это доказывает о том, что при технике окрашивания соблюдались ГОСТовские именно правила, и у нас с вами материал не даст оттока краски во время стирки, поэтому хлопок можно будет стирать в более высоких температурах. Костюм можно даже стирать вместе, несмотря на то, что у нас с вами более светлое плечевое изделие, более темное у нас с вами изделие внизу. Напомню, что здесь у нас с вами даже не капри, а брюки 7/8, то есть это полуукороченные леггинсы. Ой, мне так нравится, что сразу две вещи, что это бренд, и что мы и футболку с вами, тунику, Боже, получаем, пантеры. И любимые леггинсы, велосипедки. У меня, кстати, дочка даже говорит: мама, велосипедки, это очень можно, обязательно закажи мне. 799 рублей, две вещи из натурального хлопка, делим цену на два. Туника за сколько получается? 400 с чем-то рублей у нас? Да. Нет, это... меньше 400. 399 рублей получается за такую тунику. За 600. Конечно, это супер распродажа. Это летняя распродажа, где мы распродаем абсолютно все. Обновляете летнюю коллекцию максимально выгодно. Это тот самый костюм, который вы будете носить сейчас. И это ведь не только домашняя одежда, правда, Микол? Да, еще раз напомним, что когда вы его надеваете вместе, комплект, он смотрится по-уютному, по-домашнему. Хотя, если вы живете и проживаете в частном доме, то он, в принципе, является, вышла из дома, пошла до магазина, вернулась с магазина, пошла к соседям, или еще что-то. То есть он не имеет границ. Но когда вы его раскомплектовываете, например, тунику под поясок с юбкой-карандаш или строгими брюками, это на работу в офис. При этом у нас еще и туника оснащена карманами, которые вкроены у нас в боковые зоны шва. Но сами велосипедки, да, у нас с вами леггинсы или брюки капри, брюки-сигареты, они как раз-таки предназначены еще для сочетания с какими-то длинными платьями, туниками. Это может быть совершенно такой классический образ, это может быть водолазка, жакет и при этом эти брюки каблук. Да, конечно, это абсолютно универсальный костюм, всего 799 рублей, сразу по два заказывают наши телезрительницы. Заказывайте, делайте первую покупку, начинайте с главного товара дня, тем более это просто главный товар часа, звоните.